Месье комиссар, должно быть, забыл, что пенсию в этом месяце он уже получил. Что вы себе позволяете, мадемуазель? Я как-никак комиссар полиции в отставке. И пока еще нахожусь в Драмуме, в отличие от вас, и от этого сборища бездельников. Этого не может быть. Этого не может быть! Не может быть.
Добрый день, мадам. Позовите ко мне господина Бертрана. Поживее, поживее. Месье и мадам Бертран с детьми отдыхают на озере. Что-нибудь передать? Судьбами. Мишель! Мишель! Опять появился этот мерзавец! Меня не проведешь! Я узнал его почерк! Чей почерк? Кто появился? Да Фантомас же, идиот! Фантомас! Где? С чего на взял? На почте! Это его штучки! 5000 франков псу под хвост! Подделка документов! Грабеж! Это Фантомас! Фантомас! Или я не гражданин Франции! Срочно собирайтесь! Вы мне нужны! Да, но мы с женой... И вообще я собирался... Ничего не хочу услышать! Поехали! Я вам приказываю, инспектор Бертран. Отдайте мячик! Знаете что, Жуф? Вы мне больше никакой не начальник. Идите-ка вы со своим Фантомасом. Да! Не волнуйся, Филипп. Твой дядя Поль в Париже позаботится о тебе. А ты напиши мне, как устроишься. Не забывай дедушку. Дедушка-то у тебя один. Дедушка старенький. Дедушка плохого не посоветует. Один только дедушка и любит Филиппа. И верит, что ждет его в Париже большое будущее, о котором так мечтал. Его бедный отец. Не забывай, пиши. Вот.
тебе от дедушки. Ну, будем прощаться. Держи, Перзуй, тебе каскуй. Что я вам говорил, Мишель? Бешеный блондин убил еще троих! Ха-ха-ха-ха-ха! Глупые газетчики! Чёрта лысого! Это Фантомас! Фантомас убил еще троих! И еще убьет 300 раз по три, если мы будем сидеть тут, на кухне, сложа руки! Скоро там ужин, Бертран? Что вы копаетесь? Ну! Добрый вечер. А господин комиссар Жюф дома? У меня письмо для него. Да-да, у нас все дома. А вы кто такой, молодой человек? Уж не Фантомас ли? Мое имя Филипп Фандор. Мой папа был женат на сестре господина Жюва Жаклин. А это письмо от моего дедушки. Да, племянник несколько не кстати. Куда его прикажете девать? Как вы думаете, инспектор? Я думаю, что все не так уж плохо, господин комиссар. В конце концов, лишняя пара... мускулистых рук, умная молодая голова. При поимке такого подлого убийцы, женщины и детей, проклятой гадины Фантомаса, нам не помешают. Bon appétit!
чем ты намерен заняться в Париже, дорогой племянник? У меня пока нет четкого плана. Дедушка говорил, что во всем надо слушаться дядю Жюва. У вас ведь связи. Для начала мне бы только зацепиться, а там посмотрим. Главное – это прописка. Без нее не найти работу в Париже. Но я думаю, что родственники должны помогать друг другу. Так ведь, дядя? Сегодня опять произошло ограбление супермаркета в 12-м округе Парижа. На этот раз обошлось без человеческих жертв. Камера видеонаблюдения зафиксировала только момент бегства бандитов. Их личности не установлены. Но полиция опять подозревает известную банду бешеного блондина. Не найдя денег в кассе, грабители опустошили виноводочный отдел. Полиция ведет расследование. Атмосфера в городе остается напряженной. Париж, Венди Гарсия для ТФ1. Это снова проделки Фантомаса! Вот что, Филипп! Мы с инспектором собираемся поймать одного нашего старого знакомого, редкостного негодяя, и упрятать его за решетку до скончания века. Будешь нашим ассистентом. Ну а потом, конечно, я дам тебе все необходимые рекомендации префекту полиции 12-го округа, и тебя возьмут на работу. Обещаю. Согласен? Ты же ведь хочешь стать настоящим полицейским? Сова? Сова. Сова. Ха-ха-ха!
Бонжур, дядя! А, бонжур, Филипп. Бон аппети. О, мерси, мерси. Месье комиссар, по интересующему вас делу настоятельно рекомендую вам посетить приют для умалишенных святой Терезы в Клюни. В Клюни! А, Клюни! Спросите там пациента Бижу. Поторопитесь, вам бы масло на чеку. И не пытайтесь понять женщину. Леди Бельтам. Леди Бельтам. Леди Бельтам! Леди Бельтам! Леди Бельтам! Фрера Жако, дорме-ву, дорме-ву, сонне матина, динь-дон-дон, 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 динь-дон-дон. Фрера Жако, Фрера Жако, Фрера Жако, дорме-ву, сонне матина, динь-дон-дон, 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 динь-дон-дон. Приют для умалишенных святой Терезы! Отход! Фрера Жако, Фрера Жако, Фрера Жако, дорме-ву, сонне матина, сонне матина, динь-дон. За мной. Да! Huh?
Bonjour, ma sœur. Nous cherchons patient bijoux, s'il vous plaît. Bijoux? А вот тот мужчина с гирькой. Merci beaucoup. Au revoir. Bertrand, ко мне! Со мной! Живее! Мсье Бижу? А! Фантомас! Я поймал Фантомаса! Именем закона! Убийца! Вор! 5000 франков! Снимай эту маску, Фантомас! И помни Бижу! Решил отсидеться в сумасшедшем доме, блондин! Монашек! Не вышло! Отпустите меня, комиссар полиции! Вы не имеете права! Там Фантомас! Оставьте меня в покое! Натан! А где Филипп? Филипп! 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 Господи, да пресвятая дева, да что вы это делаете? Успокойтесь, успокойтесь! Господи, а ну пошли отсюда! Кышки шрамы жить! Филипп! Я здесь, дядя! Филипп! Какой план? Месье комиссар, на письме леди Бельтам должен быть ее обратный адрес. Не поехали нам к ней? Я и без вас знаю. Ха! Едем в Клермонт-Ферран. Быстрее, Филипп, быстрее, шевелите клешнями. Ну, 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 быстрее. Господа, этот авантюрист и подонок, скрывающий свое истинное лицо под масками, бросает меня одну в неоплаченном номере гостиницы в трущобах Марселя. Вы не представляете, что мне пришлось пережить. А он, как ни в чем не бывало, звонит мне полгода спустя и поздравляет меня, леди, с днем взятия Бастилии. Quel mouton! Я говорю, как тебе не стыдно? Верни мне мои драгоценности и деньги. А ему все ха-ха-ха. Я, говорит, на тебя же их и потратил. Скажи спасибо. И главное, таким тоном. Скот безрогий. Сало. Эй. У меня очень доброе сердце, господа, но я готова за соответствующее вознаграждение предоставить вам такие разоблачающие документы, что на этот раз Фантомасу не избежать гильотины. Thank you.
Вуаля! Бертран! Que ça? Mais c'est que dalle! Очнитесь, господин комиссар! Очнитесь! Очнитесь, господин комиссар! Очнитесь, господин комиссар! Очнитесь! Это я, Бертран! Очнитесь, господин комиссар! Господин комиссар! Бертран! Филипп! Леди Бельтам! Леди Бельтам! Очнитесь! Леди Бельтам! Леди Бельтам! Филипп! Филипп! Принесите воды! Филипп! Быстрее! Она мертва! Все помнят бешеного блондина, которого разыскивала полиция за многочисленные преступления. Среди них кровавое убийство целой семьи. Бешеный блондин был обнаружен сегодня утром, задушенным, в психиатрической лечебнице Святой Терезы, где он находился под именем пациента Бежу. Криминальная полиция имеет основание считать, что перед убийством он был изнасилован. Клюни, Венди Гарсия, для Тайфа. Так этот ваш Фантомас оказывается не только вор и убийца, но еще и гомосек? Ха, не знаю, как у вас в Париже, а у нас в деревне ему бы за это таких навешали. Бертран! Филипп! А? Сюда! Сюда! Скорее сюда! Нашел! Все сюда! Нашел! Быстрее, быстрее сюда! Фантомас! 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 Гихайм. Секретно. Гихайм. Руководителем проекта Das Phantomas назначен доктор медицины Обершарфюрер СС Отто фон Лунь. Да. Вот тут должна быть фотография, но ее кто-то выдрал. А вот еще. Пожар уничтожил лабораторию доктора фон Луня в Нормандии. Следы самого доктора теряются в Провансе после высадки союзников. Все. Все, Фантомас! Теперь ты влип, как индюк! Суп! Держи, Перзуй! Это тебе каскуй! Знаете что, шеф? Я за такие деньги лучше Ситроены буду на конвейере собирать! Понятно? Пошли отсюда, каскуй! Стоять, Перзуй! Так дела не делаются! Фу! Стоять, я сказал!
Э, Каскуй! Я как раз хотел предложить одно верное дело! Секваса! Но это виза! На! Лунь под лунь! Бертран! 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 Бертран, просыпайтесь! Бертран, я знаю, где искать фон Луня! Бертран! Бертран! Медок. Какого черта вы не спите, Филипп? Понос, дядюшка. Индюшачий супчик. А, Филипп! Выпейте большой стакан водки с солью. Живот и пройдет. Chief Inspector Borovchik, Scotland Yard. Hello, my dear inspector. Yes, 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 yes. Cher commissaire. Jolis petits cochons, 12 cochons qui tournent en rond. Tu en prends un et puis tu danses, il te fera la révérence. Si tu le montres à ta maman, il lui dira bonjour madame. Voulez-vous admirer comment, comment je danse la pavane? Voyez mes pieds, je suis rose et je sais danser.
У меня есть план. Мой давний друг, инспектор Скотланд-Ярда Буравчик, рассказал, что журналист Фандор, твой, кстати, Филипп, отец, незадолго до смерти напал на след некоего Огюста Лунье, ветеринара из Прованса. По сведениям англичан, именно от Лунье тянутся нити в логово самого Фантомаса! Фандор подозревал, что этот Лунье вовсе никакой не Лунье! А потом Фандор уехал в командировку в Прованс, где и погиб при загадочных обстоятельствах. А в заключении врачей говорилось, что папа умер от алкогольного отравления. Чепуха! Вот что я вам скажу. Ветеринар Лунье вовсе никакой не Лунье! Это и есть Отто фон Лунь, нацистский преступник. И вместе с Фантомасом они отравили твоего отца. Начинается операция «Лунь под Лунь!» Едем в Прованс! Луйко де Фюнеску. Крот де Шьен. Жан-Шар Трамазюр. Жан-Жап Грину. Мадам Мышьяк. Блезле Трюк. И месье Доширак. Эжен де Шершеньян. Амандин Фугаз. Где же ты затаился, фашистский ветеринар, бастард? Пока никакого Лунье. О! Осторожно, соба... Не-не, это не то, не то. Габор Шаркози. Габор... Thank you.
мне этот чертов лунье. Заходим на участок с трех сторон. Первый, кто обнаружит фон Луня, кричит: «Лунь под лунь!» Это будет пароль. Равняйся, подравняйся! Что такое? Почему? Отзыв. Если есть пароль, должен быть и отзыв. Лунь под лунь. Равняйся, подравняйся. Сигнал к захвату банды Фантомаса. Толково придумано. Ладно. Черт с вами! Пошли! До Парижа не подбросите? До Франку. Ой. Бон вояж. Я думаю, господин обершарфюрер, что тела наших любопытных гостей завтра найдут прованские рыбаки в местном пруду. А убитый горем племянник комиссара Жюва окажется единственным законным наследником его домика в Париже. Что, дядя, не хотел меня прописывать? И не надо!
Вот дарственная из лаборатории Герра фон Луня. Немецкое качество. Никакая экспертиза не отличит. Да и домик инспектора Бертрана мне не помешает. Gut, das ist richtig. Разрешите покурить напоследок, господа фашисты. Fumer, c'est très mauvais pour la santé. Mais nous sommes un peuple civilisé. Si vous y tenez, fumez votre tabac, car nous n'en avons pas à la maison. У меня как раз сигарка завалялась в кармашке пиджачка. Не сочтите за труд, ребята! Либер Отто! Руки вверх, Фантомас! Ты арестован! Стоять! Идиот, Бертран! Бертран! Фантомас, гулян вело! Thank you.
Разрази тебя гром, Фантомас! Thank you.
куда вы прете, Бертран, идиот! С той стороны, быстрее, быстрее, быстрее! Ай!
Шлибетра. Судьба моя.